Ну, здесь точки немножко плохо видны, потому что света очень много. Я, пожалуйста, прошу выключить свет, чтобы их можно было увидеть. Ну, пожалуйста, яркая точка. Ох. Посмотрим на больных. Вот одна точка. Горящая толстого кишечника на меридиане. Не бойтесь. Вот вторая точка того же меридиана. Вот это и есть биологически активные точки, состояние которых и определяет состояние внутренних органов. То, что они точностью совпадают с теми точками, которые указаны в картах китайских меридианов, можно убедиться и воочию просто смотря на них.